Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я опять снимаю видео со своей родной сестрой Полиной! Всем привет, ребята! И так как сейчас коронавирус, мы решили помыть руки. Но мыть руки мы будем не обычным способом, а на скорость. Кто быстрее размылит мыло, тот получит 50 тысяч рублей. А кто медленнее, клубничную шоколадку. Да, Полина совершенно права. У нас на столе лежит 50 тысяч рублей 5-тысячными купюрами. Вот такая вот прелесть. Эти деньги мы можем потратить на все, что угодно. И, возможно, об этом даже выйдет мое видео отдельное. На что же мы всахатим эти деньги? И кто, по вашему мнению, победит, можете написать ниже в комментариях. Как вы думаете, проверьте свою интуицию. Но тот, у кого мыло окажется больше, получает вот такую вот прекраснейшую клубничную шоколадку. И деньги, и шоколадка одинаковой формы. Я специально так сделала. Кстати, это видео мы с Полиной переснимаем второй раз, так как первый раз мы его снимали, и все было в расфокусе. Поэтому мы надеемся, что этот ролик вы оцените, поставите пальчик вверх, а также нажимайте на красную кнопочку и превращайте ее магией подпиской в серую. Просто подписывайтесь на мой канал, потому что у меня выходят просто потрясающие и офигенные видео. У нас есть три мыла. Вот такие вот два. Они одинаковой формы. И я купила их специально, чтобы якобы была ничья. И есть большое мыло под названием Dove. Оно настолько большое, что если кому-то оно попадется, то я думаю, по сравнению с другими вот этими мылами, человек попросту проиграет. В общем, кому какое мыло попадется, мы сейчас узнаем благодаря вот этим специальным мисочкам, которые мы подготовили. А пока что нам понадобится только синенькое. Внутри нее лежат записочки с названиями мыл, которые нам попадутся. Буквально через несколько минут мы начнем, но рядом с нами еще лежат полотенчики, чтобы мы могли вытирать ручки. А также в этом видео будет несколько раундов. Мы будем выполнять крутые задания, которые написаны вот в этих прекрасных записочках. И мы тоже будем по очереди вытягивать и смотреть, кому какое задание попадется. Ну а сейчас, чтобы нам удобнее было мыть руки, мы соберем волосы резинкой. Да, соберем волосы, и мы можем начинать. Желаем вам приятного просмотра, ставим лайки и поехали! Кто быстрее размылит мыло? Погнали! Ну что же, мы уже готовы, собрали волосы. У нас есть вот такие вот две коробочки с водой. Специально нашла дома прозрачные, чтобы вы могли наблюдать, как, возможно, меняется цвет воды, как сильно у нас пенится вода, и наблюдать, участвовать вместе с нами во всем этом процессе. Ну что же, Полиночка, можешь вытягивать записочку. Я тебе уступаю, так как ты младшая. Посмотрим, что тебе попадется. Я тоже возьму. Итак. Мне попалось Johnson's Body Care. Это у нас вот это. Вот такое вот прекрасное мыло. Тебе повезло, так как это не Dove. И мне тоже повезло, мне попалось мыло не Dove. Это очень круто. То есть тебе вот это попалось? Мы вот эти вообще не будем использовать? Да, это мы оставляем там на будущее. Нам попалось два мыла одинаковой формы. Страсти накаляются, становится все интереснее и интереснее. У меня вот такое вот зелененькое мыло под названием Palmolive. У Полины мыло? У меня мыло такого бежевого цвета, очень красиво, но оно почему-то не распаковывается. Распаковывается, если ты сделаешь... Вот так вот, немножечко проблематично, но, слушай, у тебя мыло толще, мне кажется, нет? Посмотрите, ребят. Блин, оно у тебя меньше. Да, у меня мыло меньше, но тогда тебе придется нормальненько так постараться в сегодняшнем ролике. Давай, у нас сейчас с Полиной будет первый раунд, где мы должны просто 2 минуты мылить просто мыло. Так мылить мыло. Просто мылить, 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 насколько мы способны, мы это сейчас узнаем. Я сбегаю сейчас за таймером, а потом уже... После того, как мы проверим свои способности, у нас будет второй раунд с этими прекрасными записочками. Итак, я ставлю секундомер. На счет 3 мы просто начинаем мылить мыло. 1, 2, 3. Погнали. Мылим как можно сильнее. Ой, слушайте, у меня нормально. Да, да, да. У меня безумно скользкое мыло. У меня оно очень сильно скользкое. У меня тоже сильно. Прям безумно соскальзывает. Прям вот из рук, ребята, оно прям вываливается. Оно супер-мега скользкое. Я сейчас всю одежду себе оболью. Не блин. Просто так же. Итак, прошло 30 секунд. Слушайте, вода нормальненько так мылится. Она уже стала такого бледного цвета. Слушай, ну нормально так мыло мылится. Я тебе скажу, неплохо. Хорошее мыло.
Неплохое. Я вся в воде. Кстати, ребят, есть мыло. Если его мочить в течение 5 минут, оно потом становится мягкое. Я надеюсь, что мне такое попалось. Я хочу выиграть. Реально такое бывает? Такое бывает, когда мыло долго в воде держишь, оно просто мнется уже, типа становится как пластилин. Прошла 1 минута 30 секунд, нам осталось еще 30 секунд. Торопимся как можем. Пытаемся все вокруг не облить. Я уже потихонечку начинаю стирать надпись. И она уже стерлась. Такая бледненькая. У меня уже стерлась. Стерлась, да? Если что, мыло мы будем оставлять в воде, чтобы оно у нас так мочилось нормальненько. Итак, осталось 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Отпускаем. Так, у нас есть полотенчики, мы можем протереть руки. Мне не только руки надо. Не только руки. Поле уже вся в воде. Итак, можем достать мыло, посмотреть, как оно вообще выглядит. Посмотрите, надпись я уже стерла. Вот такая вот красота, ребятки, буду прикреплять вам... Тебя оно меньше, мне кажется, в 2 раза. Да. Ребятки, прикреплю вам фотографию. Как вы думаете, какое мыло лучше мылилось? Пишите ваши догадки в комментариях. В тот раз я просто поднесла поближе это мыло показать, когда мы первый раз ролик снимались. И все, все остальное видео было без фокуса. Поэтому я больше... Больше не рискну так делать, просто вы сейчас видите фотографию. Итак, я протру ручки. Теперь мы приступаем ко второму раунду. Скидываемся с тобой на Суифа и будем выполнять задание по очереди в течение 30 секунд. Пока что. Если что, правила могут немного меняться. Суифа, Суифа. Блин, Полина первая. Ну что же, давай, вытягивай. Я очень хочу, чтобы мне попалась терка. Терка, да, это нормальненькое такое задание. Итак, ножом. Ножом. Тебе фартануло, Полиночка, с первого раза. Я тебе подготовила нож. Только будь очень аккуратна, и я скажу в этом ролике, чтобы мне его не заблокировали, что нож детям не игрушка, ребята. Не берите ножи просто так, только под присмотром взрослых. Вот такой вот я тебе даю прекраснейший ножик. Будь очень аккуратна, Поль, пальцы Хорошо. Себе не порежь, пожалуйста. Хорошо. Я за тобой буду следить. Хорошо. Итак, таймер. Тебе дается 30 секунд. Раз. 2, 3. На себя не надо, Полина, будь очень аккуратна. А ну вообще. Ну нормально, Поля, у тебя нормально получается. Полина пытается просто стереть ножом мыло. У нее все соскальзывает. А вот так можно? Это не против правил? Нет, это против правил. Ты просто отпиливаешь мыло. Ну хотя можешь, в принципе, Полиночка. Да? Как считаешь правильным, но у тебя осталось всего 4 секунды. Раз, 2, 3, 4. Да, ровно 30 секунд прошло, Полина не смогла не отрубить мыло. Полина сейчас мыло выглядит как-то вот так, ребятки, оно очень скользкое. Мне ничего не помогло. Очень такое тепленькое из-за того, что вода в наших коробочках теплая. Ножик можем отложить. Полина попыталась отрезать мыло, но у нее не получилось. Помнишь, что в тот раз я просто пыталась убрать верхний слой у мыла, но сейчас, к сожалению, записочка под названием нож попалась Полине. И я не смогла ничего с этим сделать, потому что я боялась, во-первых, поцарапаться, во-вторых, у меня в этот раз попалось мыло очень скользкое. Да, и мне тоже скользкое. Ну что же, теперь вытягиваю записочку я. Пожалуйста, хоть бы я не терка попалась, а то я проиграю. Итак, посмотрим, что же такое попалось, а? Мне с закрытыми глазами. Я сейчас буду просто мылить мыло в течение 30 секунд с закрытыми глазами. Ну что же, Полина, я тебе даю таймер. Сейчас буду мылить мыло с закрытыми глазами. Посмотрим, как у меня это получится. Держи таймер, нажмешь на старт. 3, свое мыло, 2, 1. Слушайте, ну это не так сложно. Я просто закрыла глаза и ничего не вижу. Мыло я могу мылить точно так же. То есть нету никаких отличий. 4, 3, 2, 1. Ага, все. Отпускаю. Так, я могу взглянуть на мыло, как я его намылила. Нормальненько, так оно у меня уже такое худенькое. Вкусно пахнущее, очень приятно пахнет. Ребятки, а вы любите мыло? Я, кстати, сталкивалась с большим количеством людей, которые любят коллекционировать твердое мыло. И это очень круто, я тоже над этим думала. Может быть, там собрать 15 мыл всяких и нюхать их каждый день. В общем, теперь ты, Полиночка. Потом я, и мы приступаем к следующему раунду. Ну что же? Хоть бы терка, 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 терка. И там локтями. Это самое ужасное и нелюбимое задание наше с Полиной, потому что мылить мыло локтями просто невозможно. Оно так соскальзывает даже в руках, что попробовать мыло мылить локтями — это вообще жесть. Ну что же, Полина, я желаю тебе удачи. Тебе дается тоже 30 секунд, чтобы намылить мыло локтями. Итак, мы можем начинать. Поехали. Дай хоть футболку тебе подержу. Получается? Нет. У меня вообще, я даже мыло потеряла в контейнере. А нужно было подумать об этом. Нашла? Нет! Полин, ты все водой залила.
ногтями это делать? Ногтями хотя бы вот так пытаться друг от друга. Я вот пытаюсь. Не получается? Нет. Все, твое время вышло, Полина. Держи, держи, держи полотенце. Я с своим. Аккуратно. Полина у нас, ребятки, я думаю, бесполезно попыталась намылить мыло. Итак, следующее задание выполняю я. Вытягиваю любую записочку из тарелки, и там попадается... Если у нее терка, то я просто, я не знаю, что я сделаю. И там попадается спиной. Ну, это нормально, просто мылить руки вот так. Да, так как в этой записке написано «мылить мыло спиной», я тоже буду обычно его мылить, но просто повернусь спиной. В этом ничего сложного нет, точно так же. То есть пока я просто мылю мыло. Итак, я даю Полине таймер, нахожу мыло. 3, 2, 1. Слушайте, ну это сложно, я вам скажу, потому что мыло соскальзывает, очень неудобно его так мылить, и я попытаюсь использовать сейчас просто одну руку, потому что мылить двумя руками все просто соскальзывает, очень некомфортно. Это не так сложно, и пока я с мылом ничего не делала, как Полина ножом, я надеюсь, что мне попадется такое задание. Так вот я это делаю, вытираю руки. И мы приступаем к третьему раунду, но прежде чем вы увидите прекраснейший переход, я вам объясню правила этого третьего раунда. Мы с Полиной будем выполнять задание одновременно, просто с таймером, и смотреть, кто и как, и что сделал лучше. Я буду прикреплять фотографии, как у нас по очереди меняется мыло. Приступаем! Я сейчас вытащу записочку. Я очень все еще надеюсь, что это будет терка. И тебе попалось ртом. Это как? Сейчас я тебе объясню, что означает ртом. У меня попалось без пальцев. Итак, ну, Полиночка, тоже не такое. Твоя записка под названием «ртом» означает, что я тебе даю вот такую вот ложечку. Ты берешь ее в рот и пытаешься хоть как-то задействовать мыло с помощью этой ложки. Попытавшись ложечкой, там я не знаю, как-то стереть мыло или придумать что-то. А руки можно действовать? С ложкой. Конечно, можно, да. Ты без рук и не сможешь, что тебе мешать придется, что ли? Это будет тупо. Итак, стоп, ты дожидаешься меня. Мне попалось без пальцев. Итак, время засекаем и поехали, ребятки. Следите за нами, я пытаюсь найти мыло и буду мылить его просто без пальцев. Делаю я это вот таким вот образом, просто не задействуя никаким образом пальчики. Полина пытается... Нет, так нельзя, Полина, ты же рукой делаешь. Ну, руки тоже можно, я же... Давай, давай, время идет. Ну ладно, ребятки, это вам решать. Как вы думаете, честно ли поступает Полина? Мне кажется, что нет, потому что она задействует и руки, и просто сейчас копает мыло ложкой. Это очень тупо, я думала, что ты будешь... просто держать мыло и делать все ртом. Ты делаешь чисто руками. Все, время вышло, Полиночка. Прошло ровно 30 секунд. Мы вытираем руки. Можешь показать свое мыло зрителям, как оно вообще выглядит. Я фокус это сделаю. Берется тогда. Да, я это сделаю с помощью фотографии. Полинино мыло сейчас, ребятки, как вы видите, похоже на какую-то яму, а мое мыло обычное намыленное. Яму. Итак, теперь вытягиваем мы следующие задания по очереди. Итак, достаем записочку, смотрим, что кому попалось. Так, и так, и так, и так, и так, и так, и так. Одной рукой. Одной рукой, а у меня губка. Мне попалась губка, осталось две записочки. И посмотрим, кому из нас все-таки попадется терка. Но последний раунд у нас все равно будет с ней. Чуть позже все объясню. Итак, я беру губку, которую подготовила. Вот такая вот чудесная новенькая губочка. А у тебя что? У меня одной рукой. Одной рукой, отлично. Итак, я засекаю 30 секунд, попытаюсь стереть мыло теркой. Хоть какое-то нормальное задание. У меня есть просто такая вымыли яма от ложки. Красота. Начинаем. Старт, уже старт, уже старт. Я пытаюсь просто хоть как-то, наверное, сделаю я это вот этим способом. Просто стираю мыло теркой. У тебя качественнее. Получается. Ну, я надеюсь, что да, но мне кажется, никакого в этом плюса нет. Я пытаюсь как-то одной рукой мыло сжать об контейнер, но у меня не выходит. Знаете, но у меня мыло, кстати, стирается с помощью губки, потому что эта синенькая сторона, она достаточно острая. Так, 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 так. Время вышло, Полина, ровно 30 секунд. Я предлагаю нам ввести новые правила. Вот эти вот два задания мы выполним в течение минуты. Или нет, тут все равно попадется терка, это будет нечестно. Нет, потом... давайте в течение одной минуты. Ага, за минуту можно вообще мыло стереть, Полин. Давай 30 секунд. Давайте, все. Ладно. Вытягиваем. Бляха-муха. Терка! Да! Полина, все, меня...
видео хотела терку, а мне попалась вилка. Вилка и терка — это одно и то же. Вилкой можно стирать точно так же, как и теркой. Я откладываю губку. Полина подготовила терочку, я беру вилку. Все равно, Полин, нам на это дастся 30 секунд, хорошо? Но все равно я постараюсь. Хорошо, итак, на счет 3 мы можем начинать. Поехали. Я пытаюсь стереть мыло вилкой, но это очень сложно, непонятно. Получается бредятина какая-то просто. А у меня получается стирать. Я пытаюсь половину мыла убрать просто вилкой, проткнуть. Пожалуйста. Ура. Я убрала небольшой кусочек. А так честно разве? Ну да. Ты же в задании с ртом руки использовала. У меня вообще половины мыла нету. Все, стоп. Итак. Полина. Офигеть. Ребят, посмотрите, она тупо половину мыла стерла теркой. Давай я прикреплю зрителям фотографию. Похоже, уже понятно, блин, кто 50 тысяч выиграл сегодня. Давай сделаем фотку. А это последний раунд? У нас последний раунд тоже с теркой, Полиночка. Понимаешь, что ты можешь просто сейчас стереть? Давай скинемся на Суефа и посмотрим, кому попадется терка. Ты тоже можешь стереть. Мы выполнили, ребятки, все задания. И сейчас приступаем к последнему раунду. Правила немного поменялись. В течение 15 секунд мы должны будем выполнить любое задание из тех, которые присутствовали сегодня в выпуске. Я же в терку. Терку. Ну и я тоже терку. Можно любое выполнить. Можно любое взять задание. Хорошо, я терку беру. Ты берешь терку? Ладно, давай. 15 секунд тебе дается. Итак, аккуратно, Полина. Погнали! У Полины есть 15 секунд на то, чтобы натереть мыло. И у меня будет 15 секунд на то, чтобы просто потом ее обогнать этой же теркой. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, показывай свое мыло. Капец, оно у тебя маленькое, Полина, у меня просто у тебя то же самое будет, попадется. Ну что, Полина, клади мне терку, вытирай ручки, и я тебе отдаю таймер. Мне дастся всего лишь 15 секунд на то. Ой, мне тебя так жалко. Чтобы... Давай я тебе 30 секунд дам. 30? Да. Ну, давай 30. Ты сама рискуешь деньгами. Я 30 секунд тебе дам. Ты рискуешь деньгами, Поля. Ну ладно, на. Посмотрим, кто у нас сегодня победитель, раз ты мне даешь 30 секунд. Один. Стой! Карина, я в тебя верю, давай! Но это невозможно, ты, блин, всю терку закупорила. Поэтому я тебе 30 секунд и даю, Кариночка. Могла бы другую сторону выбрать, кстати. А все, уже так нельзя. Ну ладно. Да все уже, блин, вообще какая-то хрень. У меня все болит, я не могу стереть нормально мыло. Блин, ну у меня вообще даже половина мыла не стерлась, посмотри. А почему у меня оно так легко стирается? Потому что, видимо, у тебя мыло такое попалось, которое само по себе мягкое и крутое. Оно и скользкое, понимаешь? Да, и скользкое к тому же. Прикинь, блин. Итак, ребятки, ну что, я думаю, победитель в этом видео понятен. Можете, в принципе, ребятки, посмотреть. В том видео мы спрашивали у подписчиков, так как мыло у нас было абсолютно одинаковое. Ну а сейчас, я думаю, понятно, кто выиграл в этом раунде, в этом ролике, потому что у Полины мыло вообще супер-мега-милипендрическое. Оно настолько маленькое, что даже спрашивать ни у кого не надо, и так понятно, чье мыло, собственно говоря, меньше. Вообще, Карин, мне тебя жалко, но с другой стороны, у меня сейчас суперское настроение, потому что я выиграла! Да, Полиночка, я тебя поздравляю. Мы вытираем ручки полотенцем, которое и так уже очень сильно мыльное. Полина просто сходит с ума. Кариночка, я вручаю тебе, подожди, Кариночка, я тебе вручаю вот это вот шоколад. Ты выиграла шоколадку за то, что ты размылила мыло. Я не размылила. Полина, блин, давай лучше пополам 50 тысяч. Я тебе куплю что-нибудь. Такая офигевшая, ребят, посмотрите на этого ребенка. Говорит, куплю тебе что-нибудь. А я тебе тогда, хорошо, вручаю, Полиночка, 50 тысяч рублей. Расскажешь в своем инстаграме или у меня в профиле зрителям, на что же ты все-таки всахатила эти деньги. И посмотрим, правильно ли Полина потратила эти 50 тысяч или нет. Я думаю, что я пожертвую эти деньги не для себя, а я хочу потратить эти деньги на бездомных собачек, кошечек
и на людей, детей, которые нуждаются. Оль, ты серьезно сейчас это говоришь? Да. Ребятки, у меня сестра растет. Я так делаю очень-очень давно. У меня вся моя комната, все мои ящики просто во всяких игрушечках для собак. Я постоянно езжу в приюты для животных, помогаю детям, помогаю людям, которые нуждаются в этом. Поэтому, Полина, ты молодец. Тогда следите, ребятки, за моим инстаграмом. Ник, вы сейчас видите на своих экранах. И посмотрим все-таки, кто куда и как пожертвует деньги. Если вы хотите, чтобы я выкладывала, как я помогаю животным, людям, напишите об этом в комментариях. Потому что, когда я последний раз это делала, многие начали писать, что это показуха. Но это далеко не так, поэтому спасибо вам за просмотр. Мы очень рады, что вы досмотрели это видео до конца. Как вы думаете, какое видео будет следующее? Напишите в комментариях. Ну а мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь, мы вас любим. И всем пока!